Шеф-повар Максим Григорьев. Харчо от Ильи Лазерсона. Время приготовления 1 час. Ингредиенты для обжарки. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Ингредиенты для харчо. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Базилик зеленый свежая 1 веточка. Вода 1500 мл. Говядина мякоть 300 грамм. Кинза свежая 4 веточки. Лук репчатый 1 штука. Орехи грецкие 3 столовые ложки. Для харчо. Перец чили свежий 0,5 штук. Петрушка свежая 4 веточки. Рис круглозернистый 5 столовых ложек. Сельдерей листья свежие 2 веточки. Смесь хмели сунели 0,5 чайных ложек. Соль 1 щепотка. Чеснок 3 зубчика. Для харчо. Ингредиенты для ткемали. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Базилик зеленый свежая 1 веточка. Вода 1500 мл. Говядина мякоть 300 грамм. Кинза свежая 4 веточки. Лук репчатый 1 штука. Орехи грецкие 3 столовые ложки. Для ткемали. Перец чили свежий 0,5 штук. Петрушка свежая 4 веточки. Рис круглозернистый 5 столовых ложек. Сельдерей листья свежие 2 веточки. Смесь хмели сунели 0,5 чайных ложек. Соль 1 щепотка. Чеснок 3 зубчика. Для ткемали. Вода 100 мл. Кинза свежая 1 пучок. Помидоры черри 2 штуки. Слива 500 грамм. Смесь хмели сунели 1 чайная ложка. Соль 1 щепотка. Для ткемали. Уцехо сунели 0,5 чайных ложек. Чеснок 3 зубчика. Харчо – знаменитое блюдо грузинской кухни. Сегодня я представляю вариант приготовления харчо по рецепту Ильи Лазерсона. Такой харчо он впервые попробовал в кафешке города Сочи, в котором готовил повар-грузин. По словам Лазерсона, именно тогда он понял, что это его блюдо. Шаг 1. Для приготовления харчо нужны мякоть говяжья, слива, помидоры черри, различная зелень, кавказские специи, масло подсолнечное, чеснок, перец чили, репчатый лук, очищенные грецкие орехи, рис. Шаг 2. Начнем с приготовления ткемали. Для этого сливу и помидоры я взяла 1 крупную помидорку черри. Целиком положить в кастрюлю, добавить немного кипятка, грамм 100, накрыть крышкой и варить на медленном огне до тех пор, когда слива станет мягкой и ее с легкостью можно будет размять. Шаг 3. Пока варится слива, начинаем готовить сам суп. Мясо нужно нарезать кусочками, как на гуляш, величиной примерно с грецкий орех. Шаг 4. Обжарить мясо на растительном масле минут 7-10. Шаг 5. В это время в кастрюле уже должна кипеть вода. Отправляем мясо в воду. Снимаем пену, ее будет немного. Добавляем немного соли. Шаг 6. Лук нарезать четвертинками колец, чеснок нарубить произвольно. Часть чеснока пойдет в бульон, а часть в соус. Шаг 7. К тому времени, как мясо будет в кастрюле, слива уже будет мягкой. Снимаем с огня. Протираем все через сито. Так мы получим протертую массу без кожицы и косточек. Если соус будет жидковат, то можно еще немного проварить и выпарить лишнюю жидкость. У меня получилась сразу отличная консистенция. Ставим опять соус на слабый огонь, добавляем соль, хмели сунели и уцехо сунели, если есть, можно что-то один. Добавить еще произвольно нарезанную кинзу и чеснок. Снять с огня.
и блендером еще раз пробить все вместе. Соль доводим по вкусу. Шаг 8. Соус ткемали готов. Можно переложить его в миску или в банку. Шаг 9. Когда мясо в бульоне будет готово, добавим хорошо промытый рис. Шаг 10. Лук заранее слегка пассеруем на растительном масле и добавляем в бульон сразу вслед за рисом. А также добавляем немного перца чили, нарезанного произвольно. Шаг 11. Далее добавить примерно 5 столовых ложек ткемали. Попробуйте бульон на вкус, он должен быть кисленький. Шаг 12. Грецкие орехи измельчить блендером и положить в суп. К этому времени рис уже будет готов. Шаг 13. Зелень нарубить, чеснок посолить и тоже накрошить. Все добавляем в бульон. И снимаем с огня. Шаг 14. Харчо по-сочински готов. Подаем сразу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.